Как зовут тебя? Вова. Вова, ты откуда? С Алматы. Алматы, да? Ага. Все, молодец. Добрый день всем. В этот субботний день, в общем, я приехал к другу на хозяйство крестьянское, чтобы помочь ему с кое-какими работами. И сейчас я вам покажу, как выглядит жизнь на хозяйстве. Погода сегодня хорошая, солнечная. В обед обещают плюс 23. Здесь так тихо, хорошо. Когда я в прошлый раз был здесь, это было, наверное, в прошлом году, вот этот дом поставили для рабочих. Здесь сделали такие загоны для лошадей. По периметру вот 4 собаки охраняют. Вот это черная, да, красиво, да? Черная кобылка это вороная. Ничего, стал хороший стал. Без мамки сам растет. А, которая? Вот тот, который маленький стоит. Без мамки, а вот этот с мамкой. У мамки просто этот тапки забит. Вот этот рыжий, да? Чистит, да, рыжий. Это у нас откорм. Так, это уже заготовка сена. Володька, давай хозяйство показывай, ты че? Площадка подготовлена для обслуживания высокодойных коров. Это вот, которое разрушенное было, ты восстановил, да получается? Разрушенное было, я его восстановил, заштукатурил, крышу перекрыл. Все сделал, только единственное осталось мне здесь корову запустить. Но корова будет как? Еще основание нужно сделать. Здесь кормораздатчик будет заходить, трактор туда-сюда. Корова будет по левую, по правую сторону стоять. Угу. Сейчас это все готовится. Ну, в планах на следующий год с весны я уже начну запускать. Это сколько квадратов здесь? Здесь база 30 на 12. Ага. Интересно. Да, территория здесь большая, позволяет развернуться. Крыши посносило. В каком году? Вот летом. А, летом? Да? Летом был. Черный. Видно стал, да? Ага. Орловец, кажется. Какая порода это? Ну, это лучше казахи. Ну, ладно, что-то фуркет.
по идее, да, молодец. Да, люди когда говорили, где живут. Молодец, молодец. У меня всякие модели. Вот этот кухихи, ой, этот. Черно-медный маран. Вот она идет. Темные лапки. Это инкубатор тоже, да, здесь? Да. Здесь я слову. Ассаламу. Ты все вывел, Ертиван, знаешь, да? С инкубатора. Да? Все сам вывел, да? Ты как, яйца взял, да? Я тебе купил, вырастил их. Вот они мне в том году дали. У тебя стоял же такой вот инкубатор, который... Да, да. Не, у меня сейчас три инкубатора больших. Вот это павловская, вон, жопа открытая, вон, светлая такая. Порода. Витаминов не хватает, что ли, да? Здесь я все выращивал, выращивал. Летний курятник, да? Вот этого не было всего. Да, это вот в этом вот построил. Здесь у меня вот здесь оформил что-нибудь. Лошади я скажу. Вообще-то нету, территорию хочу немножко порядок привести, чтобы она... Ну, сейчас осенью все в порядок привести пока. Да? Погода позволяет. Да. Сегодня будете топить? Вчера топил, Саша. Надо солнце. Вчера топили, да? Баринку шили, до конца доделали. А, не до конца обшили, да? Да. Обшили здесь уже. А, с этой стороны, да? Да. Ну, помыться можно, да, уже так? Ага, для себя. Вот эта печка, это не от бани, она греет там куриц, да? От бани печка... Там, вот здесь. А, это получается две печки. Одна здесь, а одна там, да? Одна вот здесь туда идет. Ага. Одна вот она. А, которая для бани здесь отдельно, да? Да, вот она. А, ну, да, обычная, да? Ага. В общем, бегло территорию осмотрел. Мне понравилось. Намного изменилось с того раза, когда я здесь был. И вот вы не поверите, здесь в деревне даже есть сергек. Вот круговую камеры стоят. Так что, ребята, будьте осторожны, не нарушайте. Соблюдайте скоростной режим.